славы хлеба и жилья в круговерте этой несменяемой. Да, конечно, ты и он, и я сам себе судья и обвиняемый. Но они не минутно сани, те минуты слабости, в которые протяни мне руку, протяни, чтобы мог почувствовать опору я, опору. Нам с тобой до срока посидеть в этой жизни каждому достанется. В этой жизни каждый по себе выбирает ножи и дистанцию. Но когда в неведомые дни окажусь на самой кромке пропасти, протяни мне руку, протяни, чтобы шел над пропастью без робости, без робости. Крыша дома отчего, над ней кружим мы от самой давней давности. Свет ее посадочных огней светит нам из самой давней давности. Но когда померкнут все огни, чтобы сел хоть на поле, хоть на реку, протяни мне руку, протяни, чтобы мог я опуститься на руку, на руку. Спасибо, дорогие. Конечно.